Полетали, покатались, поездили. Теперь пойдем к Рунинам разбираться с ними. Я думаю, задача не из легких. Отремонтировать. Не хочу я ремонтировать ваши тупые машины. Я всех их уничтожил. Полицейская машина. Вот это вот классно, да? Воксел. Ладно, давай мы используем мою. Вот эту я хочу отремонтировать с удовольствием. И пойдем выполнять Зеркон. Квест как раз, что касается Ронинов. А где они, кстати? Все квесты где-то наверху, наверное, да? Нет? Так, вот они, Ронины. Пошли туда. Далеко придется ехать, а? Далеко поедем. Так, поедем. Миссия Ронинов... Еще одна миссия, потом появится очередная крепость, потому что после второй миссии еще одна крепость появляется. Появилась, по крайней мере, у волков, у братства, у красных парней миссия крепость. Но крепость я пока выполнять не хочу, по той причине, что там нужно много оружия и очень много стрелять. И убивать тоже. Не сегодня. Сегодня мы будем просто управляемый занос. Звездочка, авторитет 35. Ой, блин, вот сама под колесо залезла, видели, да? Это не я. Так, в каком районе мы находимся? Так, новый для меня район, потому что тут оружейный магазин есть, есть какая-то новая подработка. Все отлично. Заодно узнаем новые районы. Да, это было нелепо. Да что ж такое, не обращаю внимания на дорогу. Посмотрел как раз на... на дома, и которые поворачивают на поворот. И как раз оказалось так, что, блин, врезался в машину. Так, ну все, я в китайском квартале, по всей вероятности. Где-то здесь и нахожусь. Ну, еще не хватало попадать туда. Да, здесь, похоже, в этих местах я бывал. Кстати, да, что-то знакомое. Очень знакомое. До боли знакомое место. Нет, на самом деле не до боли. Спокойное место. Что вообще наши идут? Ну-ка, подожди, я в свои кварталы перебрался. Отлично. Ребята, я думаю, если чем родные стены помогут. Сами понимаете, это все должно быть. Барышня, спортсмен. Вот и сбил. Вот и сбил. У нее даже вода выпала. Из рук. Ладно, давайте выполним вот эти квесты с Ронинами. И тогда уже посмотрим. По-моему, как раз рядом с домом подружки где-то это задание и есть. Ладно. Если так на то дело пошло. Посмотрим. Why is there a big pile of money on the coffee table? It's a little complicated. We shot up a Ronin casino and stole the cash. And you brought that shit here? Ish. Who else we gonna trust with the money? But the Ronin know you stole it, right? Well, they wouldn't have if we would've went with my plan. Yeah, well, if we went with your plan, we'd still be talking about it. Fuck off, Gat! Excuse me? Shut up. We're on. The casino heist has left the police baffled. Standing next to me is Chief of Police Troy Bradshaw. Chief, how's the investigation going? This is an investigation, Miss Valderrama. I can't get into details. Can you say anything about the Third Street Saints' involvement? I don't know what you're talking about. This leaked security footage shows the leader of the Saints, recent fugitive and Saint Lieutenant Johnny Gat, as well as an unknown accomplice assaulting the casino. Obviously, the Third Street Saints are back after a long hiatus. All right! Woo! Oh, God. Unknown accomplice, my ass! Miss Valder... Also, reports claim that Altor is pressing the police department for a quicker response. One of Altor's investments was robbed. Of course they want their money back. All right, we had our 15 minutes. Let's clean this money. Do you even know how to launder money? Yeah, I saw it in a movie once. Buy stuff one place, sell it someplace else. This ain't gonna work. Don't be so negative, Pierce. I got this. I don't need a crew to take you out.
Найдите продавца подержанных машин. Это что такое было? Это полиция. Тупит она, полиция, на самом деле. Так, машина моя, наверное, оказалась в гараже. А, вот она, моя машина. Я думаю, я поеду лучше на ней. Дедок, отойди отсюда. Не слышит ни хера. Ну тогда получи. Я не специально, сам хотел. Воу. Я еще ездить-то не умею. Так, ладно, прошли кронин. Так, а далеко ехать-то, нет? Давайте посмотрим. Ехать тут как раз в свой район, между прочим. И как раз там, где прошлую серию мы с вами проводили. Катались по закоулкам трейлерного района. Самого, как говорится, бомжеватого. Я еще и ездить разучился совсем. Так, ну ладно. Куда едем? Что видим? Поворот. Ребята. Привет всем. Привет. Всем очень рад. Братва, всем привет. С оружием он, наверное, говорить не будет. Ну давай посмотрим. I want to buy the best car you have. I do, but my baby doesn't come cheap. Trust me, I can afford it. Садись в машину, которую купили. Я купил машину? На какие шиши? У меня денег нет. Торговец оружием купили дорогую пушку. Ну-ка, давай, попробуем. Дорогую пушку, это какая? Дорогая, у меня, в принципе, есть уже, дорогая. Кто звонит? Ронины подходят. The Ronin couldn't stop me from stealing the money. They aren't gonna stop me from spending it. Здесь проеду. Тачка-то дорогая. Да мне нисколько не жалко. А бригады моей, моей команды. Так, ладно, кто тут сзади? О, Ронины. Вау. Эти ребята за мной решили погнаться, да? А что я должен сделать? Доехать. Для начала доехать до... Блядь, ну что ж такое-то, а? Только этого мне не хватало. Да что ж вы все влезаете в меня? Ладно, отдыхай. Крошка Ронин. Я не знаю, они такие миниатюрные, эти китайцы. И непонятно, кто они, девушки там или парни. Очень действительно сложно определить. Да, с моими водительскими способностями сегодня я вообще ничего не могу. Так, ну что, делаем дальше. Нам нужно довести тачку до гаража или как? Подожди, куда-то я приехал. Куда надо было? Куда я приехал, наверное. I need the biggest hardware you have. You look a little fancy to be starting a junta, but I got some toys I can give. Пока он со мной разговаривает, я его завалил на. Так, R50 с гранатометом. Если вы нажмете правую клавишу мыши, то R особая серия выстрелит граната, если они присутствуют в вашем запасе. Ну чё? Могу ехать дальше? Вау, вот они! Охренительное оружие! Отправляйте скупщику украденное и перепродайте ему товар. Хорошо, сейчас попробуем. Что получится? Я не знаю! Будем пробовать! Ронины сейчас за мной будут. Скорее всего... Да-да-да, вон, смотри. Они меня уже окружают со всех сторон. Надо, главное, ехать достаточно быстро. Справлюсь я, нет? Блин, он с пистолета в меня херачит. Это не очень хорошо, потому что машина может быть повреждена. Не очень приятное дело, да? Сами понимаете.
Да что ж ты китайский, дружище. Чуть не руганулся. Чё? Нет! Машина почти нулевая. Вы чё, гоните что ли? Вот она, я заведу ее. Механик. Механики могут тюнинговать и чинить ваши машины. Если тюнинговая машина повреждена, вы можете починить ее здесь. Отлично. Ну, мне еще этого не хватало. Далеко ехать, да? По-моему, надо выходить. Ребята, вы зря это затеяли. Где второй? Тетя, я же говорю, это девушка. Мама, пошли быстрей. Далеко ехать-то, нет? Так, да я рядом совсем. Вот, буквально завернуть за угол и все. А, полицейские едут. Полицейские мне не страшно. Так, и что, куда ехать? А, вон, я вижу спуск вниз, да? Нет? Ошибка! Вот он. Hey, man, you think you can move this stuff? Okay, I can use all that stuff. Let's go to my stash. Погоди. Разберусь. Эй! Прикрывайте скупщика краденого. И вот этой винтовочки, скорее всего, да. Давай попробуем. Эй, аккуратно едь, пожалуйста, девушка, пожалуйста, едь аккуратно. Пока никого не вижу. Вон, сзади идет. Что ж попасть на него? Есть, сбил. Одного гада сбил. Отлично. Осталось еще немножко. Давай. Главное едь хорошо. Правильно едь. От одного избавились. Ну ты что, машину вообще побила? Нафига спрашивается? Я ее покупал. Я ее тебе привез. А ты так... Нет! Это я сам себе подбил. Вы прикиньте, а? С контрольной точки, да, конечно. Охренеть! Я только что погубил машину одним выстрелом. Да почему попасть я не могу, а, в этого? Ему, наверное, надо было просто из автомата заехать. Ладно, первая попытка, первый блин оказался комом, неожиданно для меня, потому что, вау, еще один едет. Даже не один, похоже. Одного завалили. Так, перезаряжаемся, все будет хорошо, главное верить в себя. Есть, я сбил. Так, ну главное вперед не стрелять больше, да, а то так глупо получилось, конечно, смерть была не из лучших, не из правильных. Так, сзади кто-то еще идет. Ему вообще похуй. Ему только вот эти вот пули, похоже. Все нормально. Что за проблема? Мы далеко еще едем, нет? Покажи мне дорогу. Чё? Это так далеко нам еще ехать? Вокруг, что ли? Ну ты вообще гонишь, а? Воу! Did I not mention that before? Сзади сколько их было? Охренеть, кто-то сгорел еще. Есть. Что-то сделал. Что-то попал. Куда-то попал. Есть. Он еще один едет. Там не один. Вау. Есть машина. Но. Есть, подбил. Наконец-то. Сколько бандитских убийц. Это я такой мастер. Ха-ха, сегодня. Блин, машина-то вообще ни к черту. Все, улетел.
А дальше что? Все? Мы сделали это? What's going on? Shogo is explaining her failure to his father. Mr. Akuchi doesn't sound happy. That's because his son has brought him much shame. Akuchi-san is coming to America to teach Shogo how to lead. Is that good or bad? That depends on who you are. Японские драконы. We need the saints taken care of before my father arrives. What would you have me do? What do you think I want you to do? Get some of our boys and kill them! Да ладно ты, расслабься. Сейчас будем еще одну миссию показывать. Отлично, вторая миссия Ронина выполнена. 1500 наличными я получил за эту миссию. Просто круто. Захвачен район. Noob Hill. 500 ежедневных поступлений. 9 районов под контролем. И у меня есть еще одна возможность на задание. Я думаю, что сейчас я пойду... Что у меня... Во, у меня кончились автоматные патроны. Надо срочно купить, кстати. Денежки мне хватит, надеюсь, на все патроны. Вообще рядом, как раз повезло мне с оружейным магазином. Далеко ходить не надо. Hello, hello. Кастеты. Вы можете купить оружие для рукопашного боя в кастетах. А, тут только кастеты и все, что ли? Подожди. Секунду. Неужели больше ничего нету? О, точно, одни кастеты. У меня есть бейсбольная бита. Есть кувалда. Ладно, оставляем пока, да. Не то это место. Мне нужно нормальное оружие, нормальные патроны. Здесь, похоже, купить это невозможно. Хорошо, пошли поищем. Где у нас поближе к Ронинам? Еще одно задание Ронинов я сейчас выполню. Так, они здесь же, да? И давай тогда заедем в магазин со скидочкой, да? Я, по-моему, покупаю этот. Могу купить оружие в этом магазине, потому что оно принадлежит частично мне. Отлично! Вернемся туда. Тогда едем именно туда, и там будет все у нас... как надо. Сейчас найду себе машину подходящую и поедем. Вот здесь как раз я и могу купить панки. Так, нормите купить за 5000. Ладно, у меня скидочка, по-моему, уже здесь есть, получается, да? Хорошо, дай-ка мне патрошков. Патрошков к пулеметику. Подожди. Амуниция, патроны к ПП. Все, кончились. А, 184 патрона. Блинский. Ну ладно, что сделаешь. Что у меня есть вообще? Пистолеты. У меня есть такой пистолет. У меня есть дробовик. У меня есть... Винтовки нету. Блин, дорого стоит. Денег пока мне не хватает. О, тут даже есть РПГ. Круто. Метательных, как бы я метательных-то тоже не набрал. Ну ладно, пока обойдемся без них, надеюсь. Еще миссии не такие большие, не такие сложные. Три миссии. Так, отправляемся туда. Вот такую вот машину я себе нашел. Да, ничего лучше не мог придумать. Так, где он? Где-то здесь же. В нашем районе. Привет, дружище. Братан, как говорится, потому что наши. Наши, все тут наши. Ух, вечером тут довольно ярко смотрится, все красиво. На самом деле все эти мастерские, все, даже поезда, которые едут по этому городу, и то смотрится довольно неплохо. Но это наши районы, мы полностью контролируем их, за исключением того, что полиция может где-то что-то с нами не поделить, да? Едем к себе домой, ну, я имею в виду к своим. Я ведь так хорошо поработал там. С Ронинами покончено. Да, возвращаясь обратно к Иш, именно подружке Гетто, наверное, опять там будем сегодня заседать. Ну, задание одно сделали, давай сделаем и второе. Почему бы нет? Насколько это быстро получится? Да, машина не очень классная.
Да? А может все-таки классно? Ну да ладно. Where's Johnny? Oh, I sent him out to the store. He should be back. Who the hell is that? Yo, that's our new house guest, baby. Caught this asshole riding around our turf. Got something you want to tell me? Go to hell. That wasn't very nice. Johnny, I just bought that table! Sorry about that. Why the fuck are you here? Работает, как всегда. Whatever you do to me is nothing compared to Блин, хочется поиграть, наверное, в последнюю часть игры GTA. The Oyabun? No shit. When's he coming? Он так похож. I'll die before I tell you. Yep. Явно не на китайце. И на японце. It better. What the fuck's in Okuji? Kazuo Okuji is the father of Shogo Okuji. The asshole's running the Ronin. Okay, so who cares? This guy's a fucking boogeyman. When I was in jail, I would listen to some of the Ronin talk about what this guy did in Japan. It's not pretty. You think he's all talk? I don't know, but I'm looking forward to finding out. You cool taking out those fuckers by yourself? I gotta clean up around the house. No problem, man. I got this. Приборщик, блин. Нет, вообще не соображает. Так, отправляемся добраться до улицы, да? До укрытия святых. Они будут меня атаковать, что ли? Я не понял. Не совсем понимаю, или что нужно делать? Убить Рунинов. А, нужно успеть. Наверное, да, эта миссия довольно сложная, наверное, будет. Предположительно. Предположительно сложная миссия. Да, вон они едут. Я не успел его убить. А, я вылетел с седла, нахрен! Я не смогу так просто, наверное... Блин, не попал. Поехали, поехали, поехали быстрее, блин, догоняем их. Смотри, девушка, я не хотел этого сделать, ну, как бы, хотел, не знаю. Блин, эта миссия довольно сложная. На самом деле, я вспомнил эту миссию. Так, вон они гонят. Одного я завалю, наверное. Так, одного есть. Давай, давай, второго, лови второго. Успеем, не успеем, хрен его знает, наверное, не успеем. А вон они, все идут рядом. Блин, блин, в машину не попади. Давай, давай, догоняй их нафиг. Да что ж такое-то, я не могу попасть. А-а-а, аккуратно, аккуратно. Еще больше Ронинов прибыло. Охренеть. Давай, 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 догоняем их нафиг. Нам, мне бы как бы не из пули, не из пулемета, а что-нибудь более подходящего побить их. А, я завернул не туда, ёптыть! Что за херня? Вау, давай догоняем, догоняем, догоняем! Блин, их много, их очень много! Догнать их трое, четверо, пятеро! Слишком, слишком не разгоняйся! Вау, там трое или четверо, блин, непонятно. Догнать надо поближе, поближе подпустить. Так, одного уничтожил. Вау, ни хрена себе. Вот это круто. Давай вот этих вот, еще троих. Барышня, не мешай. По дороге не ходи, собака. О, бабахнул я вообще конкретно. Всех уничтожил? По-моему, да. О, меня подбило. Подбросил немножко. По-моему, я сделал это. You're missing the point, Shogo. The money was insured. Опа. I'm more concerned about you. What? Old Tor and the Ronin have had a very healthy relationship in the past, but lately, well, when I pay protection money, I expect some fucking protection. Watch yourself, Vogel. The Saints are a concern, Shogo. Not for long. Why's that? I've got my best man working on that now. Гет работает. Моши, моши. Speak English. What is it, Shogo? I'm in a meeting with Dane Vogel. He wants assurances that the same... Don't worry, I'll take care of it. Like always. Миссия Ронина. Третья выполнена.
2000 наличными, и я думаю, что на этом наша операция с Ронинами на некоторое время заканчивается. Тидл Спринг. Это наш новый район, 10-й уже по счету. Давайте посмотрим, что у нас во владении. У нас довольно неплохо тут получается. Мы японскую бригаду уже разгромили в довольно большом количестве. И теперь пойдем выполнять, наверное... Так, а тут же есть где-то поблизости наверняка крепость. Точно, у Ронинов появилась крепость. Ее тоже можно захватить, но прежде всего, мне кажется, пора бы заняться более такими делами. Дети сами, именно их. Это колумбийская мафия, насколько я понимаю. Но это мы с вами увидим чуть попозже, когда придет время. Нет, классно. Во! Вот такую я машину хотел, по-моему, да? Нет, это не она. Оптимуса Прайма. Нет, не он. Дай мне мотоцикл. Ладно, поезжай. Блин. Не дают мне машины. Ну, хоть бы кто в эту сторону повез. Одностороннее движение, похоже, да? Во! Сейчас возьму какой-нибудь снег. Вот этот пикапчик. Я имею в виду автобус. Стоять! Блин, он меня чуть не сбил, вы видели? Желтая машина. Прикольно выглядит. Девушка, можно я сяду? Чтобы начать хулиганство, заложник, нажмите Е. Нет. А может быть начнем, а? Нет, я, наверное, не сделал это задание. Ладно, отправляемся куда-нибудь ближе к дому. Отель. Давайте посмотрим окрестности. Все равно я не все еще знаю. Не все районы хорошо знаю. Тем более вот такие вот, как эти. Еще один магазин. Оружие. Классно. Я миссию заложник не взял, да? Да. Надо будет как-нибудь обязательно попробовать. Это кто, японцы? Или полиция там была? Я уже обратил внимание. Ей пофиг, да, она едет. Давно бы уж выскочил, если бы было какие-то неприятности. Бир, пиво. Ты разве против? Куда я тебя везу? Я хочу ехать в сторону дома. Так, я, по-моему, поехал в обратном направлении. Надо ехать не сюда. Пентхаус, вот он. Едем домой. Едем домой. Все будет хорошо, давайте наблюдать за зданиями этого города. Этот город, на какой город этот город похож? Ультер владеет этими компаниями. Для себя я не ожидал, о, вот такую миссию я тоже должен пройти. Это просто прикольно. Самая прикольная миссия из всех миссий. Нужно как можно больше получить травм, чтобы получить как можно больше денег за это. Вот, это одна из миссий, которая обязательно надо попробовать. В ближайшее время я не выполнял эту миссию. О, вылезла. Еле-еле. Только что вылезла. Ну ладно. Миссия не удалась. Но я как бы и не старался. Хорошо, давайте проедем сейчас. Тихонечко здесь. Да, высотное здание. Деловой район. Само собой. Все хорошо. Полиции много. И все подобное. Едем на красный, на зеленый, на всякий другой свет. Опс. Выпрыгнули так прикольно. Вау. Ну это будет... Вау. Не, подожди, давай-ка мы сюда зайдем. Мне что-то вот вообще так интересно стало. Вот этот вот фонтанчик посмотреть. Круто. А наверх? Воу. Электричка. Это не просто фонтанчик, это, видимо, станция метро. Ну хорошо. Пойдем внутрь. Спустимся вниз. Прямо там, в метро, где... Наверное, очень много бомжей. А, нет, это, смотри, это здание. Это одно большое здание, офигительно. Круто так смотрится, да, вот это вот. Огромное-огромное здание. Здесь поворот. Обратно, в метро. А могу я залезть в метро? Блин, я не с той стороны. Ёкарный бабай. А сюда приедет? Так хочется прокатиться на метро, попробовать. Но это... Не GTA 4, и здесь на метро, по-моему, гонять нельзя, если я не ошибаюсь. Встретимся очень скоро в новых сериях. Пока, ребят.